Сумки Крем Хэндбэкс. Данный лот небольшой, весит 12,5 килограмм. Вот первая такая сумка. Кожзам. По корпусу без видимых изъянов, никаких нету. Один большой отсек внутренний. Закрывается на молнию. Молния работает нормально. Вот так, следующая сумочка. С одним отсеком тоже закрывается на молнию. Молния также работает нормально. Вот сумочка. Так. Внутренний один большой отсек. Закрывается на замок. Замок работает нормально. Вот только подкладка попала сейчас. Вот так нормально. Боковой, наружный. Замок работает нормально. И еще один кармашек на липучках. Вот так же странно попался, вот мойте, ремень. Размер М. Вот сумка через плечо. Замок работает нормально. Вот такой вот клатч. Замок работает нормально. Такая вот сумочка. Замок также работает нормально. Сумка без видимых изъянов. Один большой отсек. Открывается и закрывается на молнию. Молния работает нормально. Кошелек. Не потрепанный. Нормальный вид. Кожзам под кожу. Так вот, один отсек наружный карман. Большой достаточно. Второй также, но ни на что не закрывается. Один большой внутренний. И также вот боковой внутренний есть. На молнии закрывается, работает нормально. Замки работают хорошо. Такая вот сумочка. Из кожи натуральной. Довольно простая. Есть небольшие потрепости. И здесь видно, что-то был какой-то лейбл, но его нет на данный момент. Здесь небольшие потертости. Не знаю, видно вам, нет. Один отсек. Вот. Замок работает нормально. Вот такая вот сумочка небольших размеров. Подвину. По корпусу никаких изъянов нету. Один отсек большой, закрывается на молнию. Замок работает нормально, хорошо. Упс, вот так вот от нее ремешок. Вот, под английский флаг. Сумка так, без видимых, видимого износа. Внутри также имеет ремешок. Замок работает нормально. Сумка через плечо, один отсек, замок работает нормально. Также есть боковой под замком и еще один боковой также под замком. Вот новая, это даже не сумка, так сказать, а брать в поход для принадлежности в ванну. Щеток, полотенце, мыло. В путешествиях удобная вещь. Вот такой вот клатч с интересным подходом. Наклёп. А теперь можем открыть сумку. Вот так вот. Вот еще одна сумочка.
распределена на два отсека. Оба отсека закрываются замками. Замки работают идеально. Так, вот еще один ремень. Размер не указан. Еще также один ремень. Размер 80 сантиметров, я так понимаю. Вот сумка еще одна. Здесь вот явный дефект имеет корпус. Сумка закрывается на ремешок. Вот так вот. Так, еще одна сумочка. Из кожзама. Наружный карман работает нормально. Открывается замок, закрывается. Внутренний также под замком. Довольно-таки просторная. Еще один ремень. 95 размер, длина. Вот еще одна сумка. Сделана под кожу. Очень плотно, жесткая. Наружный карман. Согласно ценнику, бирки. Сумка новая. Один большой отсек внутренний. Данная сумка закрывается на замок. Вот еще один ремешок. Подвину. Такая вот сумка. Здесь вот имеется дефект. И тут вот пару дефектов. Ну, закрывается она на замок. Замок работает хорошо. Такая же сумка. Один большой отсек закрывается на замок. Замок работает идеально. Еще одна сумочка. Без видимых дефектов. Один большой отсек, который закрывается на замок. Замок идеально работает. Вот такая вот сумочка. Закрывается на пуговицу. Вот так, один большой отсек. Ремешок от какой-то сумки, видно, попал. Вот такая вот еще сумочка. Пума. Закрывается на клепку. Еще один ремень. Их не количество. Не могу объяснить, откуда они столько. Также вот еще один ремень от какой-то сумки. Косметичка. Еще одна сумка. Без видимых дефектов. Наружный карман. Под клапан. Клапан на липучке. Карман на замке. На молнии закрывается. Молния работает хорошо. Внутренний карман. Большой отсек. Молния работает хорошо. И на этом все. Вообще все полный. Так, с пакетом.